Здравствуйте, дорогие друзья. Фаворит против Old Friends. Это завершающий матч 10-го тура. Попросили ребята на правах, на самом деле, они могли и фаворит, так как вторая у нас, второй круг. Одеть манишки Old Friends, так как обе на форме салатовыми оттенками. Можно путаться. Ну и чтобы не путаться, чтобы все было красиво, у нас ситуация, скажем так, улучшилась. Со цветами. Итак, сейчас я вам озвучу составы. Поправил я счет на табло, да и название команд. Теперь составы. Фаворит Ратушный Богдан на воротах. Черенько Ярослав, Борисенко Дмитрий, Борисенко Сергей, Чуприна Игорь, Закревский Томаш, Ярешка, Яремко Сергей, Качковский Дмитрий, Сорокин Евгений. В составе команды Old Friends. Не дай беда. Дмитрий Ведмеденко Алексей, Павленко Александр, Бужейко Виктор, Саржинский Вадим, Гордеев Сергей и Бесчастных Никита. Саржинский отыграл на Ведмеденко. Вужейко. Чуприна. Не дай беда, первый на мяче. Ведмеденко. Старается в своей привычной манере поконтролировать мяч. Old Friends. Павленко. Чуприна. Неприятнейший рикошет, без сил был, не дай беда там что-то делать. Положительное для команды, тем не менее. Ужейка. Контроль за Качковским. Хороший удар и довольно-таки опасно, дорогие друзья. Сильно умеет пробивать Дмитрий Качковский. Разбивает их Чуприной в разных четверках сегодня. Ведмеденко. Алексей Ведмеденко. Какой пас на Павленко отдает. Приятное столкновение Ратушного и Александра Павленко. Мы видим, что Ратушный там не без повреждений. Яремко. Яремко. Открыт был некоторое время Качковский Дмитрий. Ведмеденко. Бужейко. Никто не подключался к этой атаке в сторону зоны к Виктору. Борисенко. Есть отбор от Виктора Бужейко, но никто в атаку сейчас не бежит. Нет. За этот тур нет.
Ой, неприятный рикошет. У нас, скажем так, благодаря действиям Ведмеденко Алексея, мы видим забитый первый мяч. На дальней станге только что воспользоваться своим шансом фаворит. Подсказывает Томаш Закревский, что в принципе там и их мяч должен быть, как типа я вижу. Но нет. Томаш. Ужейка перевел на Ведмеденко. Алексей. Павленко. Достает эту передачу, но вот ударить в сторону, когда набирает скорость Александр, это по-прежнему, скажем так, тяжелый аспект для Александра. Какой хороший силовой удар. И все это Качковский, то, о чем я говорил. Умеет бить этот игрок, умеет бить сильно. Томаш Закревский. Ведмеденко. Бужейко Виктор. Играет на центр. Павленко здесь выключился. Как Виктор подбирает мяч? Хорошо. Дальше пробрасывает. Пробует показать спринтерский рывок. Есть подключение и Гордеева. Ратушный. Томаш Закревский, Качковский. Через центр. Попытка сыграть в стенку. Чудным образом передача прошла. Гордеев. Ведмеденко. На Мужейка. Виктор. Снова на Павленко. Томаш. Не сразу обработал эту передачу. А вот этот удар, вы знаете, не сильный, да очень неудобный для вратаря, как мы видим. Качковский. Снова Качковский. Нагрузили Дмитрия, не дай беду. Снова Качковский. Просит взбодрить коллектив. Борисенко Дмитрий отыграл туда, вот в сторону как раз-таки Яремко. Дальше у нас контроль мяча за фаворитом. Проскакивает Яремко. Борисенко. Дима на Томаша Закревского. Хочет помочь ратушный Богдан, но выдвигается, скажем так, уже из зоны штрафной, но потом потихонечку снова возвращается.
Дмитрий Борисенко. Слабый удар. Вынужденная пауза, так как неправильно выставил палец, насколько я понимаю. Дмитрий, не дай беда. Просит Богдан Ратушный повнимательней быть на вводах. Александра, мы видим, дорогие друзья, именно так вот дебютирует сейчас повторно за Old School, Old Friends, прошу прощения, играли Old School буквально недавно. Но я напомню, что мотивация забивать красивые мячи есть возможность выиграть призы. От нашей организации, вернее, от спонсоров, это Суши Нарния, 400 гривен бесплатный сертификат покушать. И также Straight Eight продукция, это два дезодоранта и один одеколон. Приятный запах, на самом деле, одеколона, духов, вернее, не одеколона. Тайм-аут берет сейчас Old School. Игорь, Old School, Old Friends. У них, наверное, не хватает. Куда? Серьезно? Где же наш Саня, который перебрал? Все готовы, и мы готовы. Есть сейф от «Не дай беды». Нам остается играть в первом тайме, я как понимаю, 7 минут. Саржинский, ничем это не закончилось. Нельзя,
Прорывался Еремко. Хачковский. Вышел Бесчастных Никита на замену. Это дебют игрока в Уолфренсе. Гордеев. Качковский. Нужно переводить налево, как по мне. Борисенко Сергей был открыт. Туда, вперед. Обостряющие передачи старался отдавать. Еремко Сергей там был. Пока что удается просто усыпить. Уолфренсу фаворит. Очень главная сила, скажем так, Уолфренса – это в рациональности. В рациональности контроля мяча. И как минимум вот эта рациональность и позволяет им... Мое мнение, усыплять фаворит, которого много энергии, они не так ценят свой мяч, но силовой футбол им нравится. Странная игра на добивание от Вужейка, он ждал будто ошибки. Вот, ребят, ошибки не поступило. Яремко, Павленко. Качковский. Опять же через центр, вот через столба. Борисенко. Гордеев принимает всю мощь удара. Медведенко. Павленко. Черенько, Ярослав назад. Черенько. Качковский, снова Черенько. Хороший силовой удар, и таки работает его удары, как мы видим. Качковский, Дмитрий. Сложнейший мяч, возможно, забивает под занавес первого тайма. 2-1. Thank you.
Ратушный. Неточная передача или то ли прием. Непонятно, что здесь у нас стало причиной потери контроля мяча. Черенько, снова Качковский. Качковский обострял туда, на двадцатку. Борисенко, Сергея. Гордеев. Дмитренко. Вот дальше Еремко. Ну так, дорогие друзья, у нас сравняли счет. Черенько реализовывает передачу Еремко. А нет, нет, я ошибся, дорогие друзья. Борисенко, Сергей, похоже, они по статуре. Борисенко, Сергей забивает. С передачи Еремко. И мы идем на перерыв. Я не на карте. Медведенко. Можно было забивать, если бы более точно бил в дальнюю штангу. Свисток прозвистел на второй тайм. Завершающий второй тайм вообще в принципе 10-го тура. 2-2. Живая интрига. И каждая команда хороша своим рисунком. Качковский. Томаш. Что?
Лужейка. Не успевает правильно направить матч Ведмеденко Алексей, хотя чувство паса у него очень хорошее. Томаш. Ведмеденко. Саржинский продлевал на Павленко. Сергей Борисенко. Перебой на Качковского. Ведмеденко. Бужейка. Бужейка. Но Ведмеденко не точно на Саржинского. Хороший проброс от Борисенко. Не спеши, не спеши. Не спеши, потому что мы зачем ставим. Не спеши, не плавим. Засчитай. Ведмеденко. Классно на сокращении. Качковский Дмитрий действует. Ты же поставил нас, сейчас что-то вверх. Не кидай, Зайдвина, не кидай. Еще мяча, да, еще мяча. Томас спина забивает. Сорокин впервые вышел поиграть. Я понимаю, Чуприна не сможет продолжать. Травма, возможно. Павленко на Саржинского. Катит правее на Вужейко. Дальний удар. Видит момент удара ратушный Богдан. И тут же бросает побыстрее. Ну, такие ошибки сегодня от фаворита очень часто встречаются. Не дрожат будто мячом. Неправильно так играть. Нужно структурно правильно играть. Дорожить каждым пасом. Борисенко Дмитрий. Качковский. На перекате. Что будет делать? Ищет удар. Дмитрий Борисенко. А, Сергей, прошу прощения. Качковский. Можно было на него сыграть, попробовать, но этого не стал делать Дмитрий Борисенко. Я вот поверил, что он левой ногой переведет шире. Уже даже фамилию прокомментировал. Не тут-то было. Отыгрывает назад. Ведмеденко. Дмитрий Борисенко. Жейка отбирает мяч.
недоволен ратушный Богдан, понимает, что вот этих микромоментов не должно быть у фаворита, чтобы не пропустить первыми. Сейчас как раз таки идет акцент за то, кто же забьет первым. И играть у нас где-то минут 14, я сколько понимаю. 2-2 по-прежнему. Я не ставлю ставку о том, ну как бы ставку, да, скажем, словесную, что будет мячей больше у нас всего в матче, чем 7. Не верю я, не знаю, таким закрытым. Хотя к концу матча могут посыпаться одни или другие, и тогда мой прогноз пойдет крахом. Таржинский, Медведенко. Сейф от Ратушного. Такие мячи залетали сегодня, и поэтому понимает Сергей Борисенко, что бить можно издалека, и это иногда приносит плоды. Напомню, что забивали у нас как раз таки Сергей Борисенко и Качковский. Качковский. Еще дублирующий удар. Довольно точно с лету, сходу вернее, попадает у нас Ярем. Гордеев. Павленко. Я вот знаю, почему здесь не дал фол судья. У нас заранее, оценив ситуацию, что не борется уже за мяч, игрок упал. И это смутило решение судьи, был фол или нет. Такое всегда убивает симпатию игроку в каком-то микромоменте. Качковский, Томаш Закревский. Бедмиденко. Как хорошо здесь прочитал эту ситуацию Яремко. Но, правда, не дай беда, наказал тем же самым. Алексей Бедмиденко. Медведенко. Вот он тайм-аут ровно за 10 минут до конца матча. 2-2, я напомню, счет. И у нас небольшой перерыв. Я тут поеду.
Не дай беда. Медведенко. Есть подбор за Сергеем Борисенко. Саржинский на Гордеева. Алексей Ведмеденко. Снова Саржинский. Обоим командам неудобно, кстати говоря, играть, потому что All Friends хорошо закрывается. И All Friends не так хорошо создает, когда команда закрывается. У нас от закрытый футбол, и двум командам тяжело. Надежно закроет корпусом, конечно, там Черенько Ярослав все контролирует. Еремко на Черенько. А нет, на Борисенко. Сергей, вот сейчас Черенько. Далеко не самого лучшего зрения, даже я их путаю. Не первый раз сегодня, к сожалению, для себя, простите, ребята. Саржинский Вадим. На Алексея Ведмеденко. Саржинский. Сергей Борисенко, Качковский. Можно по диагонали было разглядеть, там партнер не стал рисковать. Чуть уже осторожничать начинает и правильно делает, и мое мнение с Олд Френдсом. Фаворитовцы. Качковский. Дмитенко. Хорошо разбирается там без частных, правда, после это все заканчивается нехорошо. Играть у нас остается 6 минут. Вот этого времени достаточно, чтобы видеть мячи. Правда, обе команды играют закрыто, и это лишает нас большого количества моментов. В основном это дальние удары или такие спокойные, осторожные розыгрыши All Friends. Не дай беда. Черенько. Качковский. Вот потерял, мне кажется, ворота сейчас не дай беда. И удар был бы намного интересней с точки зрения результативности, нежели прострел на дальней. Потому что на дальней никто не опережал игрока защиты All Friends. Остановились сейчас фавориты. Это проблема. 3 в 2 выходит All Friends. И на паузе забивает Медведенко Алексей. На паузе с передачи Бужейко Виктора.
Давай, мужчина, 5 минут. Вернулись, вернулись, давай, давай, цепляй, цепляй, давай. Жаль, на 4 минуты. Зачем? Борисенко Сергей. Жень, найди правильно. Навязал мужика борьбу, но угловой заработали. Сейчас фаворитовцы. Боялись они этого гола, мне кажется, и пропустили. Но есть удар и сейв еще у нас от «Не дай беды». Отличный тур на подборку интересных моментов. Обострял Еремко. Туда, в сторону Сорокина, Женю. Сорокин. Буженька. Тачковский. Нет, пас этот не на Томаша. Сорокин. Томаш Закревский. Хороший удар, в принципе, там не видно было, не дай беде, Дмитрию, я думаю, мяч. Да, расстояние огромное. 2 минуты остается до завершения матча. Да, ведь фавориты, в принципе, я думаю, что близки к тому, чтобы забить. Не хватает какой-то ширины. Вот он момент. И у нас рука была, видит здесь дудка. Солидарен я. Да, она была, дорогие друзья. Вот вам и очередные удары Томаша Закревского, которые принесли сейчас результат. Зачем же так сильно бил Качковский? Тут просто достаточно было ударить в угол, и все. Очень непросто вратарю потащить такие моменты. Время остановили, мы вспоминали. Ну да, пытались вспомнить, брали ли они тайм-аут. Ясности в столь эмоциональном матче немного. К сожалению, потому что...
Коваленко. Пельмеденко. Ратушный. Томаш Закревский. Через назад. Сорокин. Тяны, тяны. Я есть. Борисенко Сергей. Витя, не спеши. Витя, не ходи. Немного времени у нас остается для попытки фаворита. Качковский. Неприятный стык. Благо дело Павленко у нас с отличной реакцией умудряется блок поставить, чтобы не въехать в лавочку. Ну, не так-то просто его обойти на скорость. Есть сейф от «Не дай беды». И у нас, дорогие друзья, минимальным преимуществом, но все же таки забирает победу себе команда Old Friends. Коллективы на самом деле сыграли в хороший футбол. Спасибо, что были с нами.